Короче, я на 58 этаже. Капец. Это строящийся Москва-Сити, ребят. Короче, это джигурда просто. Тут, короче, так клёво. Смотрите. Смотрите, какое тут здание. Те, кто не были в Москве, они... Так вот. Так, аккуратно. Ёшкин. Так вот, мы на высоте 200 там с чем-то метров. Здесь так классно. Вот тут строится башня Федерации. Это какая-то маленькая башенка. Говорят, башня Федерации будет самой большой. Ну, как-то пока что не верится. Вот. Там Меркурий. Немного больше еще. Пока что. А, тут еще вообще ничего не отделано. Только пол. Да и пол тут как-то на досках. Смотрите. Вон, там вон. Вон, видите, вот то здание. Это мы в таком живем. Капец оно. Здесь 58 этаж. Это наш номер 17. Этаж номер 17, да. Вот такие пуфики. Удобные. Ну, песок что-то. Тоже там что-то горит, короче. Там все. Там уже потушили. Там сейчас пожар был. Я не знаю, что это было. Там был пожар какой-то. Тут экскурсии. Маленькие дети в пуфики закладываются. Какой-то... Не очень хорошо выглядит чья лестница. Так вот тут. Реально, люди. Да офигеть, мы тут. Офигенные небоскребы это. Вот не можете это просто. Про башню Федерации на Discovery посмотреть. Очки. Да, очечки. Так, дай мне. Смотри, вот самый классный вот здесь. Вот Москва, река. Вот мы тут плавали, вон там маленькие такие сейчас, сейчас, вот, вот видите, там маленькие проходики в центре, например. Мы на таком плавали. Это, слушайте, ну тут классно. Тут. Пол деревянный. Тут ковер. Очень мягкий. Даже не хочу. Ой. Такое. Такое вообще обалденное здание. Вылезет. Вот тут даже кран такой огромный. Крепится само здание. У нее тут в центре вот это вот несущая. Там колонна огромная, наверное. А.
тащил. Тут что-то смотрит. Ты смотри, тут особо не на что. Что-то пилят. А, тут же, наверное, крыша уже. Все, ты смотри, тоже. Да. Тут с этим огромное количество фанов. Какой-нибудь там фан переводится как-то. А, вентилятор, точно. Не фан, который висели, а фан через букву «Эй». Смотрите, тут он огромный, он там, видите, цепляется прям. Какие маленькие там автомобили, там людей вообще нет. Вообще нет людей. Не видно людей. В такой гигантской высоте. Капец. Тут еще бы вертолет, может увидеть. Вертолет канала. 360 градусов, Москва. Вон там, вон что-то горело. Офигеть, смотри, тут всякие спортивные комплексы, тут трубы. Отлично, тут. Да, тут много всего. Да, и тут очень классно. Что это мальчик делает? Да, фигуру мусора. Кого-то. И... О, какое огромное здание будет, просто огроменное. Огроменное здание. Так, на фотик сейчас не могу снимать тут. Короче, там фотик. Немножко того. Забыли карту памяти взять. Он. У меня там 12 фотографий в память. Внутренние, а съемки вообще нету тогда. Это обалдеть. Эти какие там автомобили, это маленькие. Вообще не видно. Это обалдеть. Вот Москва-река. Огромные просто. Огромные постройки. Он фиолетовый, то кажется, что он синего. Во, тут такой экран. И вот тут большой этаж. Ой, здесь классно. Или же немножечко, потом еще кое-что покажу, а так сейчас лень просто. Ладно, уже вы тут увидите дальше. В следующем видео спасибо за просмотр. Пока. С вами был я.